Наш визит в Национальную гвардию является первым. Рассчитываем на то, что это будет точкой движения в наших отношениях, в нашем сотрудничестве. Сегодня мы побывали в 22-й бригаде. То, что мы увидели, для нас много является новым, так как бойцы Национальной гвардии подготовлены на другом уровне. Чувствуется уровень, европейский уровень, чувствуется то, что они все-таки уже состоят в ассоциации ФИЕП, приоритетом, которым является как бы для карабинеров сейчас. Особисто висловити подяку, то що ви сьогодні знаходитесь у нас, багато спілкувалися з керівництвом країни нашої, посольством. Я дав згоду, щоб ми зустрілися, тому що ми з вами являємося форпостом Європи. Якщо наш досвід буде вам корисним, готовий вам передати.